Это второй базовый сбор национальной команды перед европейским турниром. Традиционной площадкой для подготовки борцов уже на протяжении многих лет становится спорткомплекс Александра Карелина. На этой базе есть все необходимые условия для качественной подготовки команды. А главное, все сборы здесь заканчиваются высокими результатами. На прошедшем чемпионате мира команда России по греко-римской борьбе завоевала 6 золотых медалей, что является абсолютным рекордом. 8 чемпионов мира в команде, 2 олимпийских победителя. Поэтому это для нас это приятно, потому что все проходит именно на базе Карелина спортивного комплекса. Почти 200 дней в году обязательно будет большой, серьезный результат. Надеюсь, что во всех 10 весовых категориях мы возьмем 10 золотых медалей. Накануне в спорткомплексе прошла финальная тренировка, на которой представители городской федерации спортивной борьбы пожелали сборной удачи в предстоящем старте. Среди гостей был и олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян. Всем удачи, главное без травм, потому что мы все одно целое, хоть и в разных видах спорта, но мы дружим и мы всегда поддерживаем друг друга. Удачи им. Оглашение состава традиционно происходит за 10 дней до турнира, после контрольных схваток. Но главный тренер с выбором уже определился. Бороться у нас будет сильнейший состав. 55 килограмм. Виталий Кабалуев, 67 килограмм. Артем Сурков, 72. Уязык Мансигов, 77. Роман Власов, 82. Александр Комаров, 87. Давид Чакветадзе, 97. У нас Муса Евлоев, 130 килограмм, у нас будет Сергей Семенов, 60 килограмм, Сергей Емелин, 63 килограмм, Степан Маранян. С 28 марта по 10 апреля классики отправятся на итоговый сбор в Подмосковье, откуда уже в Бухарест на чемпионат Европы. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.